Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные и нежные тефтели в духовке. Эти мясные шарики с рисом – просто идеальное блюдо на каждый день. Их можно подавать с любым гарниром, и ваше меню будет каждый раз другим, но всегда одинаково сытным и вкусным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала готовим зажарку. Берем лук, одну половинку оставляем для фарша, а остальное нарезаем мелкими кубиками. Морковку трем на крупной терке. Разогреваем сковороду с маслом. Отправляем туда лук. Жарим до мягкости. Добавляем морковку. И продолжаем жарить до готовности овощей. Затем примерно третью часть содержимого сковороды перекладываем на тарелку. А к оставшимся овощам добавляем томатную пасту, сахар, хорошо перемешиваем, солим, добавляем перец и жарим все вместе еще 2-3 минуты. Готовую зажарку перекладываем в форму для запекания с высокими бортиками. Равномерно распределяем ее по всему дну и отставляем пока в сторону. Теперь переходим к приготовлению фарша. Оставшуюся половинку лука разрезаем на несколько частей. Мясо нарезаем небольшими кусочками, чтобы было удобно закладывать в мясорубку. А затем пропускаем все через мясорубку с мелкой решеткой, чередуя мясо и лук между собой. В полученный фарш добавляем жареные овощи, отваренный до полуготовности рис, яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Дальше просеем в какую-то емкость муку. Смоченными в воде руками формируем из фарша шарики диаметром около 5 сантиметров и хорошо обваливаем их со всех сторон в подготовленной муке. Такую процедуру повторяем, пока не закончится весь фарш. Затем разогреваем сковороду, вливаем в нее масло, удаляем с тефтелей лишнюю муку. Выкладываем их в сковороду на расстоянии друг от друга и обжариваем с двух сторон на сильном огне до получения румяной корочки. Дальше перекладываем тефтели в форму с зажаркой. Посыпаем их немного солью, перцем и заливаем кипятком так, чтобы жидкость практически покрыла шарики. Накрываем форму фольгой и отправляем в горячую духовку на 30-35 минут. Затем фольгу снимаем и продолжаем запекать еще 15 минут. Температура духовки все время 200 градусов. Готовые тефтели достаем из духовки, посыпаем любой рубленой зеленью и подаем к столу. Вот и все. Очень вкусные нежные тефтели с рисом готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик. И подписывайтесь на наш канал.